прятался за бассейном с детьми. Потом еще коллеги с детьми подошли. Вот. Ну, решили, что у нас по плану вот в детский сад надо было идти, либо в пятую школу. Но там надо было проходить мимо окон. Глянули, в окнах начали появляться уже пулевые отверстия. Поэтому мы через забор все дружно вышли во двор дома. Потом дети-то у меня голышом, ну, без одежды были. У меня куртка оказалась, ну, чисто случайно. У меня зябка стала на уроке. И я курточку-то одел. Детей спросил вроде как, нормально? Да нет, нормально. Ну, это... Они сейчас по домам разбежались. Мы всех, значит, я всех детей, мальчики, девочки, отвел в этот в Сбербанк, пока сидели в зале. У некоторых истерика началась. Попросил сотрудников Сбербанка организовать водички. Ну, они пошли больше, выделили нам место достаточно комфортное. Обеспечили водой, чай, конфеты, кофе, да. Ну и начали принимать уже этот, вызванивать. А родители подходить начали. Родителям выдавали уже. Понятно. Они сейчас до сих пор из Сбербанка? Нет, родители забрали, уже разошлись. А другие ученики других классов как они? Другие ученики, вот у нас выделенный угол свой, да, технология. Поэтому мы, у нас свой запасной Понятно. Выход, мы сами эвакуировались, никого это никого ничего не видит. Про остальных не знаете, да? Ничего не знаю. Подходили ребята, родители подходят, спрашивают, первые классы, пятые классы, девятые классы, ну, у нас отлично. Все дети, которые были со мной на уроке, они все живы-здоровы. Дети сильно перепугались? Да, конечно. У многих была истерика, пришлось им объяснять, что это учение, что это все не понарошку, что в конце концов мы все здесь, мы все рядом, мы все живы.